раскрыл подробности конфликта со Станиславом. Черт, честно, не забывайте подписываться на этот YouTube канал, чтобы не пропускать еще больше интересных новостей. Погнали дальше. Бывший футболист сборной России Игорь Денисов рассказал о конфликте с Станиславом Черчесовым во время совместной работы в московском «Динамо». Черчесов не собирался навалять в душевой. Все «Динамо» это слышало. Было это в раздевалке. Но меня пригласил на разборки. Я бы его разок приснул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был конфликт на 4 миллиона евро в год. Ой, контракт на 4 миллиона евро. Говорю ему: «Саламыч, я вам просто руки не подам. И все. Ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?» При всем «Динамо» он мне указал на душ и сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой». Не знаю, что он там хотел, а может, я ему понравился, но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Все, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не страдал говорить. Он на всю базу орал, что такое, мягко скажем, урод за километр, до базы не подойдет, кричал: «Я его закопаю. Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут. Хотя я не помню такого обращения». Такое вот он высказал.